voyage, voyage. Горячий мальдивский привет! Продолжаем рассказ об острове Рангали. Итак, как же можно изменить там свою жизнь? Начните с малого. No news, no shoes. То есть ни новостей, ни обуви. Вот девиз, под которым проходит отдых на Мальдивах. Больше всего он подходит именно к острову Рангали и занимающему его отелю Конрад. Там как на ресепшене, так и в ряде ресторанов просто нет пола, только песок. Это сигнал «приходите босиком». Он очень понравился вот этой интернациональной семье – Данаре из Казахстана, ее супругу испанцу Адельта и детям Руслану и Алехандро. Мы познакомились с ними еще когда летели на этот остров. Маленький Алехандро был самым беспокойным пассажиром гидросамолета. Отель на Мальдивах эта семья выбирала долго и тщательно. В Испании мы все знаем уже, мы воевали в многих местах, и море, к сожалению, не так хорошая, как в тропиках. Мы хотели отдохнуть от мегаполиса, от суеты, да, каждодневной, да. Ну, поэтому приехали сюда, на Мальдивы. Мы хотели жилище, которое сразу бы выходило на собственный пляж. Мы хотели бы бассейн, который бы находился перед виллой, то есть дети не всегда, особенно когда идет прибой, хотят купаться в море. Плюс мы хотели бы, чтобы у нас был небольшой сад и спа-зона. Вот. И поэтому наш выбор остановился на вилле «Делюкс», которая расположена на земле. На воде мы в принципе не хотели, плюс еще ограничения возрастные, детям до 12 лет туда нельзя. Я сама жила на Рангали как раз на водной вилле и могу подтвердить, она не для детей, да и не для взрослых, которые любят пропустить стаканчик на ночь. На веранде можно и оступиться. Зато у водных вилл отеля Конрад есть другой плюс. 21 из них обладает собственным кабинетом для массажа. Это большой плюс для тех отдыхающих, кто не хочет светиться на публике. Массажистка сама придет к вам, причем платить за вызов не придется, только за работу. Массаж стоит в среднем $120-130. Я схватила за этот шанс, поскольку спина предательски болела, а из-за съемок идти в спа-центр было некогда. Заодно взяла интервью у одной из русскоязычных сотрудниц спа-центра. Процедур у нас достаточно много, из которых можно выбрать. Есть часовые процедуры, есть по 2 часа процедуры, по 3 часа процедуры, есть процедуры с сауной вместе, есть процедуры для похудения, для релакса, с душем виши, водяные процедуры и в основном ритуалы. Массажев у нас где-то 9-10 видов. В общем, отправиться в спа-центр нам все-таки пришлось. Не для массажа, для съемок. По словам Анны, там был ключ к новой здоровой жизни. Глубоко вздохните и расслабьтесь. Именно это скажет вам при начале любой процедуры специалисты вот этого спа-центра. Ну а дальше они сами позаботятся о том, чтобы вы почувствовали себя абсолютно новым человеком. Философия спа-ретрит основывается на 5 элементах – земле, воздухе, огне, воде и растениях. Каждый из элементов отражается не только в назначаемых вам процедурах, но и в архитектуре этого здания. Чтобы не нарушить связи пациента с окружающей природой, внутри процедурных комнат нет дверей. И туалеты здесь прямо на свежем воздухе. Ключевая фигура в спа-центре «Натурапат» Хане Опьенски. Она по глазам, вернее, по их радужной оболочке, определит главные проблемы и опасности, угрожающие вашему организму, и примет меры. Главное орудие в ее арсенале – акупунктура, электроакупунктура, банки, цветочные эссенции и советы по правильному питанию. Англичанка Кэтрин Энтони, с которой мы познакомились на острове, прошла часть из этих процедур на наших глазах и не скрывала радости. Сегодня пришла проконсультироваться у натуропата. Я обеспокоена упадком сил, стрессом. Она не рекомендовала мне каких-либо лекарств, поскольку не занимается терапевтическим лечением, но предложила пройти курс иглоукалывания. Только что был первый сеанс. Я чувствую сейчас прилив энергии, просто на удивление. Эффект напоминает тот, который ощущаешь, выпив чашечку кофе, только он мягче и нежнее. Я реально почувствовала себя лучше. Это приятный сюрприз. 90-минутный сеанс у натуропата будет стоить вам $155. На острове есть специальный ресторан,
где можно следовать прописанной натуропатом диете. О блюдах, которые по согласованию с натуропатом готовит шеф-повар Аюб Саламех, я расскажу вам в своем письменном блоге на портале banki.ru. Возможно, кому-то пригодятся рецепты. А вот натуропат дает своим пациентам подробные инструкции, как изменить жизнь к лучшему. Я даю им эту информацию в письменном виде, и они могут использовать ее не только в ресторанах, но и дома. Им будет ясно, какая еда им подходит, а какая нет. По сути, они получают индивидуальную диету. «Жизнь длинна, если ей умело пользоваться», – говаривал римский философ Сенека. И остров Рангали – весьма неплохое место для ее продления. Правда, и не дешевое. Но ведь за все в этой жизни так или иначе приходится платить.